Всем здравствуйте. Меня зовут Антон Платонов. Я музыкант и мастер музыкальных инструментов. И сегодня я хочу поговорить с вами о кавказских флейтах. И для начала мы проведем небольшую викторину. Включите, пожалуйста, файл 01. Сейчас мы послушаем немножко музыки. Свадьба. И включите, пожалуйста, фрагмент номер 2. Итак, тема нашей сегодняшней лекции — флейты Кавказа. И поаплодируйте те, кто считает, что флейты Кавказа звучали в первом фрагменте. Это были аплодисменты за первый фрагмент. Теперь за второй фрагмент кто поаплодирует? Так, публика у нас подготовленная, я вижу. Ничего нового я, скорее всего, не расскажу. Но все же, в первом фрагменте вы слышали те флейты Кавказа, которые сегодня принято считать флейтами Кавказа. Включите, пожалуйста, второй слайд. Таймураз, второй слайд. И это, прошу прощения за терминологию, короткомензурная свистковая флейта, можно дудочка, а еще точнее блок флейта. Такой инструмент сегодня можно купить в любом музыкальном магазине по всему миру за очень маленькие деньги. И именно этот инструмент за последние 20-15 лет пришел в кавказскую эстраду и буквально занял там место флейт капитально. И первый трек, он был как раз про это, первый фрагмент. Вот. А вот во втором фрагменте, включите, пожалуйста, следующий слайд. Я специально взял звучание, композицию с более модным современным звучанием, но тем не менее там звучала флейта камыль адыгский. И на этом слайде из альбома Тимура Китова «Лес», который полностью состоит из современных композиций, но с использованием адыгской флейты камыль. Вот автор этого альбома у нас изображен, и в руках у него камыль из моей мастерской также. И те, кто аплодировал за второй фрагмент, да, на слух вы знаете, что такое кавказские флейты. Вот. И я продолжу рассказывать про камыль, но уже немножко с музыкой. И уже сам продемонстрирую этот инструмент. О, боже, как сушит. И такой всем совет, кто начинает играть на любых кавказских флейтах, с сухим ртом у вас, скорее всего, хорошего звука не получится. Очень важно влажные губы, влажный рот. Этот камыль, как и все инструменты, которые сегодня здесь прозвучат, сделан в моей мастерской, о которой я еще подробнее расскажу. Вот. А сейчас хотел бы рассказать в целом про камыль, про его историю. История адыгского камыля уходит далеко за 19 век, но раньше 19 века мы не знаем данных. Первые упоминания о
черкесах, которые играли на своих медных свирелях, относится к XIX веку. Вот. Очень вероятно, что инструмент изначально делался из тростника, так как слово, адыгское слово «камыль» означает буквально «камыш» или «тростник», который в изобилии растет и в Адыгее, и по всему Кавказу. До второй половины 20 века инструмент очень активно бытовал, использовался в больших количествах, но со второй половины 20 века происходят многие катаклизмы, фольклор теряется, инструменты утрачиваются, и к 80-м годам инструмент практически сузился до одного пожилого исполнителя, которого звали Кучха Алисаг. Последний кабардинский джигуако его называли. И следующий слайд, пожалуйста. И Замудин Гучев, замечательный кабардинец из Адыгеи, он встречается с Алисагом и принимает от него преемственность в виде как инструмента, так и игры на нем. И таким образом черкесский адыгский камыль он обретает непрерывную преемственность в виде этой фотографии. Сидит у нас уже очень пожилой Алисаг и довольно молодой Замудин. Впоследствии Замудин учил детей с 80-х годов играть на камылях. Вот. В нулевых годах он собрал ансамбль «Жил», в котором тоже очень активно использовался камыль. Это первый на Кавказе ансамбль, который занимался именно аутентичной адыгской музыкой. И впоследствии этот ансамбль вдохновил многие другие ансамбли в других республиках. Вот. И на этом фото мы видим, как Замудин учит меня. Ну, скорее доучивает. Я сам научился играть 21 год назад от Мадина Пшикатлука, который учился тоже у Замудина. Любого сегодня исполнителя на камыле возьми, и его преемственность, если мы проследим, она вся будет восходить к Замудину. Я проверял все нити. То есть Замудин — это такая тонкая ниточка, через которую инструмент дошел до нас. И впоследствии Замудин еще в 2015 году устраивал большой фестиваль камыля, пока что единственный фестиваль, посвященный кавказским флейтам в современной истории. И буквально совсем недавно Замудин выпускает книжку про адыгский камыль. Очень рекомендую всем почитать. Давайте нам следующий слайд. Замудин, его тонкий ручеек породил огромную реку. На сегодня исполнителей на адыгском камыле их десятки, как профессиональных музыкантов, так и полупрофессиональных, так и очень-очень много любителей. Постоянно возникают новые музыканты. И адыгский камыль, он уже пошел через край, то есть уже очень многие не адыги играют на этом инструменте. У меня у самого есть несколько учеников адыгов, репатрианты даже есть, а также есть россияне из других регионов и представители со всего мира со мной занимаются онлайн и делают успехи. Сегодня камыль потихоньку становится вполне себе таким мировым инструментом. Допустим, на этом слайде у нас все исполнители черкесы. Характерно вот эта парочка. Это Абид Хис, тоже получивший как бы преемственность от Замудина, и его сын Артур. Преемственность игры получил от него. Они оба прекрасные исполнители. Вот. И характерен здесь, все характерные. Заур Нагоев. Но наиболее характерен здесь, допустим, вот этот вот русский парень. Коля Жуликов. Вот, который уже, по-моему, года два прекрасно играет на камыле, мой ученик со своим братом. Ну что, давайте листать дальше. Мы прямо уже дошли до Карачаево-Балкарского СБСГ. Листни обратно, пожалуйста. Вот, и в заключении камыльного блока я хотел бы сначала рассказать про
то, как устроен инструмент, базовый камыль — это буквально просто трубка, пустая, с тремя отверстиями. Сделать, в принципе, ее довольно несложно. Вот. Но, конечно, есть свои музыкальные нюансы. В своей мастерской я разработал полную линейку от самого низкого камыля, насколько хватает рук, ниже просто уже не хватит, до самого маленького высокого. И вот между этими промежутками тут еще их 12 на каждые полтона. Я думаю, музыканты меня поймут. Вот. Также в своей мастерской я разработал вот инструмент, на котором я сам играл. Он называется слайд-камыль. Не всем в этом мире приятно соприкасать металл с губами, с зубами, как это делается на традиционных инструментах. Мы знаем, что инструмент изготавливается из металла с 19 века. И я придумал инструмент, у которого такой же металлический гриф, но есть пластиковый мундштук, который еще и подвижен. То есть решается одновременно и проблема соприкосновения металла с зубами, уже не надо грызть металл. И можно подстраивать с помощью этого подвижного мундштука. Это опция очень интересна для профессиональных музыкантов. И сегодня многие камыляпши, кто выступает на сцене или записывается в студии, они предпочитают именно эту модификацию инструмента — слайд-камыль. И последнее в блоке камыль я бы хотел показать этот еще инструмент. Тоже моя разработка, ей буквально год. Он называется бзе-камыль, и он для детей. Потому что звукоизвлечение, в котором участвует язык, зуб, небо, это очень сложная конструкция во рту, оно осваивается даже взрослыми с большим-большим трудом. А детям оно не дается практически, ну, в очень-очень редких случаях. А детей обучать надо, и они даже этого очень хотят. Я проводил вчера буквально на 7-м шатре мастер-класс, и мы две группы детей базовым навыкам игры на инструменте обучили вот с помощью вот этого инструмента, у которого есть свистковый механизм, ну даже не механизм, как свистковое устройство, и он не требует освоения сложного звукоизвлечения. А мелодии можно играть те же самые, может, они будут звучать не так жестко, как на мужском таком обычном камыле. Вот. Но зато уже можно учиться. Вот. И в заключении камыльного блока я приехал в Москву, чтобы рассказать вам эту лекцию, и узнал, что здесь находятся двое кабардинских музыкантов. И я их под ваши аплодисменты хочу пригласить на сцену. Тамерлан Васильев и Башир Хасук. Тебе сюда, Башир. Да. А мы с тобой в этот микрофон. И мы сейчас с Тамерланом, мы, по-моему, впервые, да, видимся, да. Мы без репетиции сейчас попробуем вам продемонстрировать, что такое слайд-камыль. Немножечко настройки. Готовый ты? 4 проведения. Вы давайте, а я подключусь. Thank you.
Тамерлан Васильев, Башир Хасук. Это было не отрепетировано. Вот люди пришли, и я их попросил сыграть. Спасибо, ребят, большое. Кабардинские музыканты. Ну что, далее я хотел бы перейти к следующему замечательному инструменту. Давайте следующий слайд. Говоря об адыгском камыле, ой, я, кстати, не сказал очень важную фразу. Кто не знает, адыги — это вот адыги в Адыгее, которые живут, черкесы в Карачаево-Черкесии, кабардинцы — это все один народ адыги. И говоря об адыгском камыле, нельзя не сказать о Карачаево-Балкарском СБСГ. Карачаево-балкарцы — это горский кавказский народ Центрального и Западного Кавказа. Живут в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. И у них тоже есть свои флейты. И конструкционно эта флейта абсолютно, и по навыкам игры, и по всем нюансам, абсолютно не отличается от адыгского камыля. Это идентичные инструменты, за исключением названий и народом, в которых они играют. Даже, по-моему, пересекается какой-то немножко репертуар. Ну, порой не специалист даже, может, и не отличит адыгский камыль от Карачаево-Балкарского СБСГ. Судьба этого инструмента очень похожа на судьбу камыля. Во второй половине 20 века инструмент сходит на нет. И, к сожалению, такого замечательного случая, как с Замудином Гучевым, у карачаево-балкарцев не случилось. Но мы можем пролистать на другие слайды. Вот. Это вот характерное фото конца 19 века. Возможно, это самое раннее фото кавказской флейты. Это какие-то танцы, может, свадьба, я не совсем в курсе этнографии. Но это конец 19 века, и вот в увеличенном фрагменте мы видим СБСГ-чи, так называется исполнитель на инструменте. Дайте следующий слайд. Это уже исполнители 20 века. Вот. И в течение второй половины 20 века инструмент угасает. Вот. Но буквально последние 15 лет нашлись молодые ребята, карачаевцы, которые узнали, что был такой инструмент, и решили его возродить, обратились ко мне, обрели инструмент у нас в мастерской, и теперь есть группа «Голлу» карачаево-балкарская. Вот. И они в своем творчестве используют СБСГ. Пожалуйста, нам следующий фрагмент включите. Остинский Уаданс рановато вы включили. Фрагмент, извините, файл. По-моему, номер 3. 03. Чуть громче там мастерик слабый. Собственно, на видео вы видите ребята с группой «Голлу». Конь тоже, видимо, из этой группы. Да, я поаплодирую. Это на самом деле очень классная группа. Абсолютно уникальная. Подобным образом к фольклору в карачаево-балкарском народе пока еще никто не подходит. Они пионеры этого дела. Вот, и, пожалуй, про карачаево-балкарский СБСГ я закончу и перейду к следующей кавказской флейте, которая называется «Уаданс», и она из Осетии, и приглашу на эту сцену моего ассистента Таймураза Птемирова. Подними себе микрофон, пожалуйста. Thank you.
Таймураз Ктемиров. Подожди, постой, я тебя представлю. У нашего дуэта очень интересная история. Мы сегодня играем всего лишь второй день вместе. Но у нас есть большая предыстория длиной почти что в полтора года. Где-то полтора года назад Таймураз обратился ко мне, чтобы я его поучил онлайн, и мы занимались с марта, по-моему, прошлого года онлайн. Таймураз начал играть с полного нуля, не имея ни музыкального образования, ни навыков игры. Вот. И вот, пожалуйста, результат обучения. Ну, можно сказать, сдал экзамен годовой. Спасибо, дружище. Думаю, у нас еще много музыки впереди. И мы продолжим. Да, спасибо. И мы продолжим. Осетинский Уаденс. У него есть одна характерная особенность относительно предыдущих флейт. Это конструкция та же самая, что у нас была у СБСГ и у Камыля. Но если вдруг вы обратили внимание, на Камыле и СБСГ мы играли вот так. Тут участвует язык, губа, зуб, и это совсем другой звук, другой характер. А на Уаденсе мы играем вот так. То есть, в принципе, если с закрытыми глазами на это посмотреть, то это два абсолютно разных инструмента, чисто на слух. Но при этом конструкция практически одна и та же. Вот. И Уаденс отличается вот именно этим характерным звукоизвлечением. Оно не уникально. Флейт с подобным звукоизвлечением в Евразии достаточно много. И на Ближнем Востоке. Вот. А, допустим, с камыльным звукоизвлечением много флейт есть в степных регионах, в России в том числе. Вот. И очень хорошо бы, если бы вы понимали на слух, ну или неважно, что Уаденс — это у нас на губах или на вид, а камыль — это у нас на зубах. И условно мы называем звукоизвлечение камыльным и уаденсным. История Уаденса, она похожа на две предыдущих истории. Тоже во второй половине 20 века инструмент пропадает, и все сужается до одного исполнителя, который дожил до 20-х годов 21 века. И Тамубе Рости, мы его видим здесь сидящим, владикавказский музыкант, он нашел Ламбега Цубойты, пожилого человека, который играл на Уаденсе, и принял от него, как и Замудин Гучев, и инструмент, и звукоизвлечение характерное, вот, и какую-то манеру исполнения. И благодаря этой связи у нас есть непрерывная традиция. Такая вот интересная история. И Тамубе Рости организовывал разные проекты музыкальные. И сейчас у них проект называется «Рагун Бал». Это, возможно, на мой вкус, это самая интересная осетинская народная музыка на сегодня. Это очень интересный подход. Их гораздо больше. Здесь только три участника. Но чем они характерны, что каждый из них играет на Уаденсе. Вот Вадим Забалат, и он хоть держит здесь дала бубен, но он тоже играет на Уаденсе. И на концертах группы «Рагун Бал» мы можем услышать сразу три Уаденса одновременно с очень сложными партитурами. Вот. И у нас Тамубе Рости, и молодой, и очень-очень классный музыкант Сармат Каргаев. И давайте послушаем наш последний 0-4 музыкальный фрагмент. Это, собственно, группа «Рагун Бал». Очень легко найти их видео и альбомы в сети. Достаточно, у нас мало времени.
Не будем слушать все фрагменты. Найдите Dragon Ball, у них классные альбомы. Заслушайтесь вообще. Это великолепная осетинская музыка. Очень красиво исполнена. Что-то я еще важное хотел про осетинский Уадан сказать, но уже, наверное, забыл. И буду переходить к завершающей нашей главе, которая называется «Неокамыли». Что это такое? Это особый тип инструментов, который я разработал в своей мастерской. Тут чуть-чуть изменен уже звукоряд. Все остальное осталось то же самое. Вот. Но в отличие от трех от традиционных отверстий, кстати, некоторые более старые камыли Уадензе, они были только с двумя. Но это не мешает им, осваивать довольно длинные диапазоны. Вот. И я разработал инструмент, который я назвал «Неокамыль», но который с успехом также можно назвать и «Неоуаденс», и «Неосыбсг». Вот. Но в обиход пошло слово «Неокамыль», и у них есть, у «Неокамыли» есть диатоническая версия с шестью отверстиями, одно сзади. И самое сложное — это хроматическая версия. Вот. Этот инструмент... Я не буду вдаваться в подробности, но он позволяет извлекать очень низкие звуки в полноценной хроматической октаве. Этого немножко нет в традиционных инструментах, то есть это моя модификация на основе других инструментов. В своей мастерской я занимаюсь очень многими другими инструментами из постсоветского пространства и со всего мира. Вот. И какие-то знания я микширую, миксую, и вот я привнес такой звукоряд в камыли, и на эту сцену я сейчас хочу позвать Дмитрия Игнатова. Аплодисменты. Московский этноджазовый музыкант уже не первый год представляет мои хроматические, самые сложные неокамыли на мировой сцене. Да, на мировой сцене. Вот. И, Митя, твой выход, пожалуйста. Дамы и господа.
Два слова хочу сказать об этом инструменте. То есть это полноценный хроматический инструмент, полноценная хроматическая флейта, диапазон которой больше, чем 2,5 октавы. Ее можно использовать совершенно в разной музыке. Я стараюсь научиться как и традиционной музыке, извлечению и исполнению традиционной музыки, так и внедрить ее в современные стили, в джазовую музыку, в классику. И стараюсь этот инструмент применять максимально во всех стилях. Он, благо, позволяет это делать. И при этом обладает совершенно уникальным звуком, которым не обладает наша поперечная флейта Биоми или наша вертикальная флейта, вроде блок-флейт. Спасибо, Антон. Спасибо. Если я не ошибаюсь, Дмитрий сегодня играл на большой сцене, на малой сцене, на неокамылях, в том числе на неокамылях. И вот что я, пока играл, я вспомнил, что хотел еще про Ладан сказать, про группу Рагон Балл, что в прошлом году, если кто был на фестивале, Рагон Балл выступал, по-моему, даже на большой как раз сцене. Вот, осетинская группа выступала. Ну что, наверное, я все сказал. Спасибо большое, что слушали нас. Осваивайте кавказские флейты, обращайтесь, это инструмент, даже есть чертежи, вот, мы их в свободный доступ выпустили, и Камыля, и Уаденза, вот, и кто желает, может сам сделать, а может и обратиться ко мне в мастерскую, и я преподаю все эти инструменты, welcome, у меня все, теперь, наверное, если у нас есть время, у нас есть еще время? 10 минут, да? Ваши вопросы? Есть ли вопросы? Да, только, пожалуйста, у нас нет микрофонов, надо громко. Или, может, мы будем давать микрофоны, да? Есть микрофон. Скорее, это не вопрос, а спич. Я недавно вернулась с Верхней Дегории. Гидом у нас был Теймураз. И представьте себе горы, в том числе Дегории. Не буду говорить, сколько там тысяч метров, какой там воздух, какая природа. И Теймураз, тихо присев на какой-то камень, доставал ваденс и играл. Это была мистерия. Браво, Теймураз. Да, Теймураз, я насколько знаю, ты занимаешься туризмом в Осетии. И да, он профессиональный экскурсовод, который совмещает еще свои экскурсии с аутентичной музыкой на Уадензе и Далафандыре. Да, такой супер экскурсовод вообще, спецназ практически кавказского экскурсоводства. Еще вопросы, пожалуйста. Если, а микрофон можно, да? Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот переход с камыша на металл. Как происходит? Правда, что это ствол ружья? Ствол ружья на самом деле это отдельный инструмент. На нем можно играть. Ну вот представьте, что нет отверстий, да? Ну, допустим, у вот этого ваденза. Вот у него нет отверстий, я их закрою, как будто бы просто их не просверлили даже. То есть мы уже можем играть, да? И ствол ружья — это отдельный инструмент. И этот переход, ну, мы не знаем, когда он произошел. Об этом нет каких-то нарративных свидетельств, там, археологических. Вот. На самом деле еще и не факт, что прям точно из тростника инструменты эти делались. Этнографических свидетельств в музеях нет. Вот. Зонтичные растения, да, встречаются в этнографии. Вот. Поэтому я все-таки склоняюсь, что с 19 века у нас есть точные свидетельства инструмента из металла. Вот, и хоть у нас есть камыль, означает тростник, и это как будто бы очевидно, но это как бы остается пока гипотезой, на мой взгляд. Вот. А так вообще инструмент может изготавливаться, вот, допустим, у Теймураза из пластика, да. Сегодня. И звучит, мы проверяли на другой лекции закрытым способом, звучат инструменты, там, пластик, металл. Вот у меня, да, тростник. Нет, тростник будет характерно, да, звучать немножко. Вот. Наверное, я ответил на вопрос, да? Спасибо. Еще вопросы? Микрофон можно?
Да, я хотела спросить, а женщины вообще играют на... Традиционно, конечно же, нет. Смотрите, это же какой перекос лица, это же будет не очень красиво. Вот смотрите прям, я камыль сейчас буду играть. Представляете, вас так сфотографируют. Вот. Поэтому традиционно не играют женщины. Но сегодня, конечно же, есть исключение. Я не рассказал про абхазский ачарпын. Вот. И в Абхазии это родственник камыля. В Абхазии есть девушка, которая профессионально в ансамбле играет на ачарпыне. Вот. И, ну, моя жена тоже немножко играет, да. Но я ее не фотографирую, да, в эти моменты. Вот. Есть еще прецеденты современные. Ну, да, это возможно, но традиционно нет. Профессиональная деформация у американцев вообще присутствовала? Ну, наверное, только в плане зубов, конечно, там чуть-чуть со временем могут борозочки появляться у камылявшей. У адензагов в этом плане немножко проще. Да. Ну, во-первых, спасибо большое. Для меня не осталось никаких секретов касательно кавказской флейты. Для меня, на самом деле, только один секрет остался. Как рыжебородый, рыжеусый человек увлекся кавказской флейтой? Как это вообще произошло? Я не рассказал, да, свою личную историю. Вкратце ее упомянул. Спасибо за вопрос. Изначально я... Первая открытая флейта. Этот тип флейт называется открытый, да, у него нет свистка. Это был турецкий ней. Вот, это похожая флейта, похожая на неокамыль, только из тростника изготавливается. Вот, это сложная османская традиция, непрерывная. Это инструмент османской классической музыки. Я начал играть уже на нем. Вот, и в 2003 году я познакомился с Мадином Щекотлуком. К сожалению, он уже покинул этот мир. И он меня научил. Он был одним, его научил Замудин Гучев, о котором я говорил. Вот, да, вот такая вот история. И, конечно, с первых звуков, я вот когда демонстрирую в первый раз камыль, вот вы, может, помните, первую мелодию я играл. Это «Загатлят», адыгский танец. И именно эту мелодию я впервые услышал на камыле. И 5 минут, да? И с тех пор у меня принцип, я всегда демонстрирую инструмент на лекции именно с этой мелодией. Именно она на меня произвела просто глубочайшее впечатление. Я как будто, ну, у меня такой портал в историю открылся, и я увидел какую-то очень большую древность, ну вот. Вот так это эмоционально это произошло, и, конечно, я влюбился в этот инструмент и впоследствии стал изготавливать сам, да, и изучать этот вопрос. Я ответил на вопрос. Думаю. Я не понял, как пришли к первому инструменту. А, к нею, к турецкому? А, у вас получается, а к нему, ну, это еще одна была флейта. Ну, до нея там были другие флейты, свистковые, там блок флейты. Но если мы прям начнем, я родился и вырос в Грузии, и вот я помню себя в годика 3, и ко мне попала грузинская дудочка Саламури, и я просто дудел в нее, по-моему, до полуночи, пока из окон не стали кричать люди, что, по-моему, достаточно, молодой человек. Вот это где-то 3-4 года мне было, да, мои первые воспоминания. У нас еще есть минуты 3-4, да. Извините, пожалуйста, а вот вы упоминали книжку. Ближе микрофон, пожалуйста. Вы упоминали книжку, которую рекомендовали, да, почитать. А где ее найти? Я не расслышал. Где найти книжку? Книжку Замудина Гучева найти. Надо найти его контакт, я могу дать, в принципе. И я, по-моему, она нигде прям специально не продавалась. Это прям у нее узкий тираж, но, скорее всего, еще тираж остался. То есть лично связывайтесь с Замудином, там, ему перечисляйте деньги, и он присылает книжку. После лекции я могу дать его контакт. Да. Давай, наверное, последний уже, да, вопрос у нас будет. Да, последний вопрос. Я хотел задать такой вопрос. Вы, как человек, который общаетесь, так скажем, с носителями данной культуры, как, в принципе, музыканты, которые занимаются традиционными мелодиями, так скажем, традиционным репертуаром, относятся к такому явлению, как неофолк, который сейчас очень развивается в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Северной Осетии? Мне, чтобы понять, что вы вкладываете в термин неофолк, может, вы приведете какие-то названия групп? Допустим, Джерпджедж, Мыст. Я понял, да. Джерпджедж, Мыст, ну, Рагунбал тоже, да, из этой плеяды. Но на самом деле, на сегодня, по сути, именно эти люди являются носителями традиции. Вот, они прям вот очень сильно в это дело, ну,
грубо говоря, упороты. Вот. А так-то прям вот традиционных-то пожилых людей. Ну, Замудин, да, окей. Отношения Замудина, ну, я не буду, наверное, его рассказывать. Мне кажется, его можно прям напрямую спросить. Вот. Но я был на концерте «Мыс Драгон Балл» в Майкопе несколько недель назад. Там был Замудин. Я ответил на вопрос? Да. Замудин пришел на этот концерт. И еще хотел бы, ну, как черкес, поблагодарить, что вы развиваете данную индустрию и создаете, как бы, музыкальные инструменты и вносите свой вклад в развитие и сохранение нашей культуры. I hope so. Hope so. Ну, пожалуй, у меня все. С вами был Антон Платонов и Таймураз Птимиров, «Флейты Кавказа».